Всем привет! Сегодня речь пойдет про рюкзак Gradient 45, который продолжает линейку легких рюкзаков и сочетает в себе легкость, продуманность конструкции и подвески и грамотную организацию полезного объема. Основное преимущество рюкзака – оптимальное соотношение характеристик веса, удобства и функционала. При объеме 45 литров рюкзак весит всего 830 грамм. Основная ткань нейлон Honeycomb 100D имеет двухстороннюю силиконовую обработку, которая придает ткани водостойкость, равную 3000 мм водного столба. На спинке рюкзака есть перфорированные вставки, которые прикрыты крупной чаистой сеткой. Это, в свою очередь, дает нам максимальную вентиляцию и удобство при длительном ношении изделия. На внутренней части лямок и на поясе также есть сетка AirMesh. На поясе есть карман, который закрывается на молнию с ухватками. Есть точка навески карабинов. Лямки имеют специальную форму. Грудная стяжка имеет регулировку по росту. На клапане есть молния, которая ведет во внутренний объем с утяжками. Клапан может использоваться как самостоятельное изделие, отстегивается от рюкзака и может носиться на поясе при помощи вот таких петель. На тубусе есть дополнительная утяжка объема, которая фиксируется фастексом. Сама по себе утяжка регулируется при помощи пластикового фиксатора и шнурка. На боковине рюкзака есть стяжки, при помощи которых удобно регулировать внутренний объем, а также крепить дополнительное снаряжение либо одежду. В нижней части боковины есть сетчатые кармашки подрезиненные. Сюда удобно размещать всевозможную мелочевку, термоса или фляги. На передней части рюкзака есть ручка для переноски, точки крепления для резинового шнурка, при помощи которого также удобно крепить дополнительное снаряжение или одежду. В нижней части рюкзака, которая усилена кордурой 500D, есть точки крепления для ледорубов. На днище есть специальные петли, при помощи которых также можно прикрепить дополнительное навесное снаряжение. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии и отзывы на странице изделия на сайте компании «Сплав».